Я не буду ничего говорить. До задержания эта женщина была куда более разговорчивее. 40-летняя злоумышленница ходила по магазинам и представлялась то сотрудницей Роспотребнадзора, которая проверяет медицинские книжки, а если с документом была проблема, то предлагала все решить на месте. Был случай с продажей мяса. Заходила в магазин и предлагала приобрести у нее партию мяса по заниженной стоимости для личных целей. Для убедительности заверяла, что хорошо знает сменщиц продавцов, которые являются ее постоянными клиентами. Женщина, вводя сотрудников, сотрудница торговли в заблуждение, брала предоплату за товар. По словам оперативников, подозреваемая использовала эффект неожиданности и не давала потерпевшим возможность позвонить коллегам, чтобы уточнить информацию. На сегодняшний момент полиции известно о 4 фактах обмана, однако оперативники уверены, пострадавших больше. Если вам знакома эта женщина, звоните по телефону 8 951 937 64 37.